Павел Прилучный и Агата Муцениеце сошлись. После того, как Павел опубликовал письмо с благодарностью своей бывшей Мирославе Карпович, Прилучного заметили в компании своей экс-супруги, Агаты Муцениеце. На видео четко видно, что бывшие супруги ведут себя так же, как раньше, смотрят влюбленными глазами и мило разговаривают. Видео заснял поклонник в одном из московских ресторанов, на нем крупным планом видны супруги Прилучные. Кроме того, Агата в день влюбленных выложила сторис в своей профиле в Инстаграм с цветами, а также недвузначно показала подарок – колечко. Никто точно сказать не может, на самом ли деле супруги вместе, но очевидно, что многие поклонники хотят их воссоединения. Надеемся, что у Агаты и у Павла все будет отлично в любом случае, ну а мы ждем от них хороших новостей.